15 стихом написано: «Наблюдай и праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою». Это повеление Господне, чтобы народ Божий, народ израильский, они могли праздновать этот праздник жатвы, наблюдать и благодарить Господа за то, что Он посылал плоды земли, за то, что Он посылал все необходимое для того, чтобы они могли жить на земле. И мы также с вами новый Израиль, духовный Израиль, и мы также с вами благодарим Господа сегодня, потому что мы убрали все с наших огородов, полей, то, что мы сеяли, мы убрали, и сегодня мы благодарим Бога, что Господь послал нам урожай. Господь дает нам все для нашей жизни, для пропитания, потому что Он заботится, чтобы мы могли жить на земле сей и жить так, чтобы наша жизнь была угодна нашему Господу, чтобы мы могли исполнять Его волю, потому что Он призвал нас для славы Своей, Он призвал нас, чтобы мы творили Его волю, Он призвал нас, чтобы мы несли Его свет, свет Евангелия в этот мир, чтобы еще многие люди познали и вкусили, как благ Господь, и могли принять Его спасение, которое Он сегодня дарует. Сегодня день спасения, сегодня время благоприятное, сегодня необходимо принять Христа тем, кто еще не принял, потому что придет время, когда двери для спасения для язычников закроются. И тогда хотел бы человек принять, хотел бы человек, может, спастись, но уже будет невозможно. Поэтому, когда Бог призывает, тогда нужно спасаться. Когда Бог призывает, тогда нужно принимать Его в свое сердце, Его благодать, Его любовь, Его милость. Потому что если Бог призывает, значит, это дано Богом для этого человека. А если Бог не призовет, то человек не сможет прийти. Потому что только тогда, когда Бог дает покаяние, только тогда, когда Бог слышит сердце человека и дает именно ему обратиться к Иисусу Христу, только тогда он сможет прийти и обратиться к Богу. Поэтому сегодня день спасения, сегодня время благоприятное, сегодня праздник жатвы. Мы будем в этом служении нашего Господа благодарить. Мы будем славить Его, потому что Он наш Отец, а мы Его дети, и Он заботится о нас и дает все необходимое для жизни и благочестия. И вот когда на земле был потоп и спаслись только 8 человек, это семейство Ноя, и Бог сказал такие слова: «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». И мы видим в нашей жизни, что так оно и есть, как сказал Господь. Но мы знаем, что другие места Писания Священного говорят о том, что придет скоро Христос вторично на эту землю, чтобы взять тех, которые Ему служили, взять тех, которые являются Его детьми. Он не придет уже спасать. Первый приход Его был приход ко спасению. Он пришел спасать. Он спасал. А второй приход, Он уже будет брать спасаемых. Спасенных, Он уже будет брать те, которые Ему служили. Поэтому, да поможет Господь нам сегодня с полной верою к Нему обратиться, открывая сердце перед нашим Господом, благодарить Его, славить Его и предоставлять место Духу Святому в сердцах наших. Поэтому сегодня день благодарения. Сегодня день прославления нашего Господа. Будем благодарить и славить. И будем благословить на все служения, чтобы Господь нас благословил, и чтобы мы могли славить не только, знаете, нашими устами, но чтобы в этой хвале и славе участвовало наше сердце, и чтобы Дух Божий нас вдохновлял. И эта слава, эта хвала, она приятна Богу, потому что эта слава в Духе Святом. Аминь. Будем молиться. Yeah.
Пиши, ты не заходи в одни взгляды.
Время жатвы наступило, этот день к себе позвал. Дать отчет о том, что было, как я жизнь свою стяжал. Жил я с волою в сердце, много света я явил. И кого призвал к Иисусу за то время, что здесь жил. Время дать отчет мне за те дни и те года, когда мой Иисус мне скажет: принеси ко мне плода. Пред Богом за то время, что прожил, что плоды благоухали, с целью время проводил. Душа жизнь такой.
свое время умер за наши грехи, что Он был погребен, что Он воскрес для нашего оправдания, был в воскресшем состоянии вознесен и посажен одесную Отца Небесного на небесах для того, чтобы ходатайствовать о тех, кто в это поверит. Слава Господу! И сегодня свой народ Бог собрал на это место и собирает во многих местах. Мы были в Новосибирске, там сегодня тоже собираются для того, чтобы праздновать этот праздник благодарения, праздник жатвы. В каких-то местах будет он на следующей неделе, где-то уже прошел. Но я смотрю, сейчас на часы у нас служение уже идет вовсю. Там в Новосибирске еще только начинается. Написано: «Слава Господней полна земля». В этот день, воскресный день, понимаете, начинается славить Бога от начала, как взошло солнце, кто-то уже смотрит, у нас взошло солнце, у кого-то уже 10 часов утра, и они собраны, чтобы славить Бога. Час проходит, в другой местности собираются славить Бога. Еще час, еще дальше, дальше, и вся земля полна славы Его. Слава Господу! Вся земля прославляет Бога. На всей земле Божий народ собирается для того, чтобы славить того, кто дал искупление, кто дал спасение, кто в свое время посеялся для того, чтобы у него была такая великая нива, такой великий урожай. И он радуется от того, что эти снопы, эти спасенные души, прообразно снопы, они возносят ему хвалу. Они приносят ему и показывают, что созрело. Он радуется то, что не зря он посеял себя, потому что столько много уверовавших и поверивших этому, ставшими его снопами, его колосьями. Слава Господу! И когда Бог сотворил землю, когда Он многие положил законы для того, чтобы земля существовала по этим законам, многое утвердил, одним из тех законов, что Он положил для того, чтобы этот закон действовал во все дни земли, Он сказал об этом законе. Это написано в книге Бытия, 8 главе, такие слова. «Впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». И с этого дня и Бог показывал человеку, не только с этого дня, прошу прощения, но Бог всегда показывал человеку свое могущество и то, в том, что он силен взрастить то, что будет сеять человек. Бог человеку дал семена. Он их, человек, не создал их своими руками, не состругал их, не под микроскопом создавал. Бог их сотворил и дал человеку пользоваться. Но он ответственность на то, чтобы эти семена были посеяны, возложил на человека. Адаму сказал, чтобы он ухаживал за садом. Даже когда Адам согрешил против Бога, с таким образом став подвластным смерти, когда человек согрешил против Бога, Бог и тогда в гневе явил ему милость, не отобрал у него до конца этих семян, но оставил ему для того, чтобы он мог жить. Но появились и другие семена, семена терний и волчков. То, что мы видим сейчас, Бог сотворил от начала все весьма хорошо. И сам Бог это оценил, свое творение. Он сказал, посмотрел на то, что сотворил последний день творения, и увидел Бог и сказал: «Хорошо, весьма хорошо». Бог сотворил все весьма хорошо. Мы же теперь видим на многое, что на какой-то пейзаж на земле, какое-то творение, даже нашим глазам оно не нравится. Думаем, как Бог так сказал, что весьма хорошо. На это неприятно смотреть. Но появились после согрешения человека другие семена. Семена терний и волсов. То, что мы сейчас видим, это тосот, эти бурины, эти всякие колючки, которые ранят человека, от уколов которых даже умирают животные. Думаем, ну как так? Неужели Бог такое сотворил? Это же зло. Никакое. То, что человек согрешил, его грех, это зло, которое вошло в него, оно через человека вошло во все творение. Бог сказал Аврааму, прошу прощения, Адаму:
за то, что согрешил ты, проклята за тебя земля. На земле начало пребывать это проклятие, вот эти тернии и волсы. Ты будешь обрабатывать землю, Бог сказал ему, в поте лица своего добывать хлеб свой, но она будет произвращать тебе тернии и волсы. Когда человек жил в общении с Богом, исполнял волю Божью, был ему послушен, он управлял благоухающим садом. Там было много плодов. Называлось благоухание от всех кустарников, там больших цветов различных, и это радовало Бога, и это радостно было человеку. Но когда он согрешил против Бога, не послушавшись, исполнил волю дьявола, тогда вошло проклятие в то, что сотворено Богом. И это стало ранить и самого человека. И уже эти тернии и волцы, они начали иметь действие. Дальше и дальше, удаляясь от Бога, начали эти волцы распространяться все больше и больше по лицу земли. Когда дети Адама и Евы, эти два сына, Каин и Авель, когда Каин убил Авеля, Бог сказал: теперь проклят ты от земли. Через еще большее зло вошло еще большее проклятие. Еще большее проклятие. Теперь человек стал проклятым, под проклятием находиться от того, что он согрешил. Но написано: Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Установление Божье, поставленное Богом, незыблемо. Оно гласит, что возмездие за грех – смерть. Но и дальше Бог в этом гневе не оставляет свое творение без милости. Говорит: но дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Об этом сказано в послании к Римлянам в 6 главе 23 стихов. Итак, человеку предоставляется возможность принять эту любовь Божью к нему, которую он, несмотря на грех человека, не за его грех, обратите внимание, а несмотря на грех человека, являет ему милость, чтобы его же самого спасти от справедливо надвигающегося возмездия самого Творца. Он сам дает человеку и избавление от этого гнева, от этой смерти, которая поглощает человека за его же грех. Он посылает из великой любви к своему творению, потому что Бог есть любовь, братья и сестры. И Он творил все с любовью, и мы с вами сотворены любовью. С любовью сотворены. Когда вникаешь, смотришь, как это устройство, как эта способность размышлять, соображать, двигать пальцами, на что-то реагировать, кому-то какие-то чувства проявлять, о чем-то заботиться, думаешь: Господи, ну как все это ты премудро сотворил? И Бог очень сильно любит свое творение. И Он для спасения от своего справедливо установленного закона, что возмездие за грех смерть, посылает своего Сына Единородного, возлюбленного Иисуса Христа. Он принимает это же обличие такое, как у нас, у человеков, чтобы потом никто не сказал, что да, ты-то был в другом состоянии, тебе легко было, а мы-то в этой плоти, в которой постоянно какие-то возникают желания, то жадность, то гнев, то убийство. И поэтому Иисус принял вот такое же тело, как у нас, чтобы никто не сказал, что ему было легче. Он принял такое же тело, как у нас, став по образу как человек. Пришел на эту землю, и всю вину за то, что сотворило его творение, он принял на себя. Почему? Потому что написано: возлюбил так мир. Это мы читаем в Евангелии от Иоанна, 17 главе 3 стихов. Что Бог очень сильно возлюбил мир. И я прошу прощения, в 3 главе. И когда, чтобы спасти человечество от того возмездия, которое справедливо должно его постигнуть, я уже говорил об этом, он пришел все это взять на себя, всю вину, всю тяжесть, насколько бы она ни была тяжелой, потому что за это время человек очень много нагрешил, все взять на себя. И приняв это все, быть измученным, все это перенести, умереть, но и показать, что он, Бог,
самый, что Он и есть Бог. Он воскрес. Никто, за которыми люди пошли и говорили, что да, вот этот Бог, что Будда Бог, что Кришна Бог, что еще какой-то там Бог, никто из них не воскрес. Воскрес только Иисус, слава Господу. Только Он пострадал за свое творение. Больше никто из тех, которым люди называют богами или божествами, больше никто не согласился страдать за свое творение, потому что это творение только Божье. И сам Бог пришел, выстрадал, воскрес от этой смерти, показав, что у Него есть сила развергнуть эти узы смерти. И Он сказал, что кто будет веровать в Меня, и тот воскреснет. И мы уверовали в Иисуса Христа. Мы приняли верою ту весть, что Иисус Христос умер за наши грехи, что Он погребен был, что Он воскрес и вознесен, и посажен на десную Отца, и ходатайствует за нас. Казалось бы, это очень просто. Неужели так просто приходит спасение? Да, так просто. Через веру. Кто будет веровать в Меня, тот спасен будет. Слава Господу. Кто будет веровать и креститься, тот спасен будет. Это-то и не могут понять люди, стараясь какими-то делами что-то отработать у Бога и этим получить оправдание. Нет. Праведный верою, он жив будет. Слава Господу. И Бог нам дал такую милость уверовать в Него. Мы поверили, и Он таким образом посеялся в наши сердца. Но теперь Бог, живущий в наших сердцах, это Божья жизнь, которая начала там действовать, начала там пребывать в нашем духе, в наших сердцах, она хочет проявляться наружу. Потому что Бог нас для того и сотворил, чтобы через нас проявляться и радоваться той многогранной красоте своего проявления через вот это творение. Слава Господу, что мы все разные, братья и сестры. Слава Господу! И Бог хочет многоразлично через каждого из нас проявляться. Я прочитаю еще одно место в Евангелии от Иоанна 15 главы, сказаны такие слова. «Я лоза, а вы ветвь. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Два состояния показал Господь. О двух состояниях Он сказал. О том, что те, кто пребудет во Мне, и Я в них, кто разрешил Иисусу Христу через Слово Божье, под действием силы Духа Святого, вселиться в свое сердце, войти в свое сердце и там пребывать, то и заботиться о том, чтобы пребывать в Боге, и Бог в нем пребывал своим словом, то написано, принесет много плода. Если не пребудете во Мне, мы прочитали, кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Он объяснил людям очень понятно. Такая способность была у нашего Господа объяснять людям очень понятно на таких примерах, взятых из природы, из их повседневной жизни. Они всегда работали в своих садах, у многих были сады, потому что тогда земледелие это был основной способ добывания себе пищи и так далее. И они занимались в их садах те ветви, которые не приносили плода, естественно, обрезали, потому что в них заводятся жучки, червячки, и все плодоносящие ветви они тоже портят. Поэтому эти ветви отрезали, срезали и бросали в огонь, чтобы там сжигали все эти микробы, все эти паразиты, которые вредили плодоносящему дереву. Иисус Христос очень просто объяснил, сказал, если не пребудете во Мне, то подобно этим ветвям вы будете брошены в огонь. Если мы заняты тем, чтобы разрешать Слову Божьему сеяться в наши сердца, если мы доходим для этого время, если мы отодвигаем дела земные и находим время для того, чтобы заняться тем, что основное, тем, что самое главное, заняться взращиванием основного плода, этого плода Духа Святаго, Духа Святого, который в нашем сердце. Если мы заняты уходим за этим плодом, то мы пребываем в Боге и Бог в нас. Слава Господу! Если мы ищем исполнение Духом Святым,
если мы вникаем в слово, изучая его, где написано, как добывающие серебро, как добывающие драгоценности, так вникаем в слово Божие. Если же поверхностно читаем его каждое утро для того, чтобы оправдаться перед Богом, разве можно этим оправдаться? Если я прочитал сегодня два стиха, я сегодня читал. Ты вникал? Ты питался? Ты дал семенам Слова Божьего посеять в свое сердце? Ты заботился о том, чтобы, как подобно воде, благодать Святого Духа орошал это слово, чтобы оно растворилось в твоем сердце? Вот тогда оно принесет плод. Вот тогда ты пребываешь во Христе, и Христос в тебе, потому что Он вселяется Словом Своим. Слава Господу! Тогда произрастать этот будет плод Духа. Да мы исполняемся Святым Духом. Вот плод Духа, ава отче, слава Господу. Вот плод Духа. Мы, в нас вносится то, что сказано, плод Духа есть. Любовь, радость, мир, долготерпение, воздержание, кротость, милосердие, благость, вера. Тут никакого не будет ему осуждения. Он заботился, чтобы этот плод, начав там расти, рос. Он заботился, чтобы этот плод вовремя поливался водой, чтобы этот плод приумножался, вникая в Слово Божье, многогранность его. И тогда этот плод зреет, он неминуемо проявляется в нашей жизни. Еще один плод. В этом сказано здесь, написано Римлянам 6 глава 22 стих. Плод ваш есть святость, а конец жизнь вечна. Если мы заботимся об этом, то Иисус Христос, как первый, дал ему место в своем сердце, он внес туда свою святость, потому что он там поселился, родил нас свыше от себя, а он святой Бог, слава Господу, и нам дал святость свою. Но как ты заботишься сегодня об этом? Хранишь ли ты святость Божью, которую Бог тебе дал, которая облег тебя в эти чистые одежды? Хранишь ли ты сегодня себя от греха? Заботишься ли ты, борешься ли ты с тем пороком, с тем недостатком, который есть у тебя? Плачешь ли ты перед Богом? Нуждаешься ли ты в Его силе, чтобы быть свободным от этого? Бог силен освободить. Но от нас нужен труд, братья и сестры. От нас тоже нужны дела. Мы тоже должны прикладывать старания, потому что ответственность за сеяние и за ухаживание за урожаем возложена на нас. Бог будет поливать, Бог будет взращивать. Но заботиться о том, чтобы эта вода туда проникала, чтобы семя зрело, возложено и на нас, чтобы мы созреванию этого плода делали хорошие условия. Второе написано. Кто не прибудет во мне, извергнется вон как ветвь. Кто не прибудет в Слове Божьем? В ком Слово Божье не прибудет? В ком Слово Божие не будет его обличать, что ты не одет в такую одежду, которая правильна перед Богом? В том, что ты не имеешь вид благочестия, братья и сестры, мы, имея, заботиться должны прежде, чтобы иметь силу благочестия, силу Духа Святого, силу пребывания Бога в нас. Но мы должны иметь и вид благочестия. Это не нужно убирать. Но сегодня как выглядит церковь? Сегодня как выглядит христианин помимо собрания? Там вне. Сегодня скажут. Могут сказать окружающие, что ты имеешь и силу, и вид благочестия. Если да, слава Господу, плод зреет. Если нет, нужно поправлять, дорогие друзья. Нужно заботиться об этом. Потому что написано, в ком слово это пребывает, оно будет его побуждать поступать так, как оно есть, как оно говорит. Тогда слово в нем пребывает, слава Господу. А если мы уходим в собрание, уходим в служение, ухо наше закрыто, когда нас наставляют, когда обличают, когда говорят, все равно вид приобретает такой, как этого мира, как мы скажем, что Слово Его в нас пребывает? Как мы скажем, что мы пребываем с Ним в общении в этой молитвенной комнате? Как скажем? Если мы бываем с Ним в общении, мы слушаем, что Он нам говорит. Мы готовы послушаться Ему. Мы стремимся исполнить Его волю, потому что любим Его. Если этого нет, подобно засохшей ветви может стать христианин и извергнуться вон, брошен в огонь, может сгореть в этом греховном огне и стать бесполезным абсолютно и для мира, и для Бога. Это может быть. Братья и сестры, мы должны говорить правду и не должны думать, что Бог только благ и милостив, но Он святой, слава Господу, и Он хочет, чтобы Его дети были святыми, чтобы они хранили эту святость.
И Он дает нам силы ее хранить и ее приумножать. Слава Богу! И когда мы направляем к этому свои сердца, когда мы ищем этого, чтобы не стать засохшей ветвью, когда мы стремимся, чтобы этот сок жизни вечной, да благодать Духа Святого, радовало наше сердце, ободряло наше сердце, чтобы плод произрастал, заботимся о том, чтобы принести много плода, потому что любим Бога, чтобы и будем радовать Его, когда принесем много плода. Бог, видя настроение нашего сердца, и несмотря на то, что у нас еще есть проблемы, есть недостатки, потому что все так, Он нам помогает, Он взращивает нас, очищает. Для чего? Чтобы принесли много плода. Потому что именно этим прославится Отец Небесный. Слава Господу! Но если мы не прикладываем все силы, не прикладываем все старания, скуден будет наш плод. И не сможет Бог так мощно прославиться, если мы не прикладываем все силы и все старания. Я хочу вспомнить тот момент, когда мы читали Евангелие, помним, когда эта женщина принесла алавастровый сосуд мира, алоэ там в другом месте, разбила, чтобы помазать Иисуса Христа. О, ученики возмутились. Какая дорогая плата? 300 динариев, больше, чем годовой заработок. Лучше бы нищим раздать. Но Иисус сказал, она сделала все, что могла. Как нужно нам, братья и сестры, сегодня приложить все силы, все старания к тому, чтобы восхищать Бога. Стараться, чтобы прикладывать старания к тому, чтобы Слово Его вселялось в нас. Располагать к Нему свои сердца, устремляться к Нему, ободриться, настроиться на то, чтобы оставить всякий сон, всякую дремоту, всякую лень, но жаждой восхищать Бога, пока есть время, доколе не закрылись двери, внимать Его Слову, восхищать эту силу вечной жизни, чтобы принести Ему как можно больше плода, потому что любим Его, спасшего нас. Если что-то не так в наших сердцах, если мы слушаем Слово Божье, видим себя, что да, на самом деле не так, и Слово нас обличает, то не надо впадать в уныние, а будем молиться, братья и сестры, чтобы Бог своей благодатью обильно орошал нас. Кто увидел себя, что он много пребывает в лени, много в беспечии, нужно покаяться, нужно сказать: Иисус, прости, что драгоценное время, которое ты мне отвел, я тратил на то, что обижался, злился, но не искал лица твоего. Я тратил на суету, не доверяя тебе, и будем искать лица его. Как было сказано сегодня через это пророчество, что Бог видит эти все недостатки, но ободряет. Говорит: не унывай, я очищу, я освящу, приходи, омывайся в крови моей, ты церковь моя. Слава Богу! Будем молиться ему. Аминь. Плода.
пред судом, и что ответишь пред Христом, погибнешь навсегда. Одна листва. Ты все спишь, еще успею, говоришь. Господь зовет, вставай, я жду плода. Yeah.
судьбы не милилась твоя, Боже, был бы я давно тобой скошен. Но опять ты внемлешь моей просьбе, жизнь даешь не с каждым годом больше. Не будет времени всего ты.
Господу, во Иисусу. В моем сердце произведет есть эта благодарность Господу за ту милость, что Бог нам явил. Потому что, чтобы приехать нам сюда, из Красноярского края города Дивногорска на это место, мы имели очень много преград, потому что всегда есть противящийся народу Божьему. Это враг душ человеческих, о котором Слово Божие также нам говорит. И мы благодарны Господу, и которые вот друзья с нами приехали, 15 друзей взрослых и двое ребятишек, могут свидетельствовать тоже это благодарение Господу, что Бог не один раз миловал нас, не один раз послал эту руку помощи и благословил нас и в дороге, чтобы мы были на этом месте. И могу сказать, за все это слава Господу. Потому что, чтобы приехать сюда, мы, я скажу, что не один раз склоняли свои колени, чтобы Он благословил нас. Не один раз собирались вечерами, чтобы где спеться, чтобы где посоветоваться, иметь это от Господа, чтобы благословение. И я скажу, мы имели такое желание приехать сюда, и где-то по списку около 30 человек. Но я скажу, что так просто произошли изменения различные. Были различные преграды, и я скажу, только половина могла приехать сюда. И за это слава Господу, была Иисусу. А которые оставались, они, знаете, так, со слезами там молодежь, говорили, вы так хотели быть здесь, в общении с этими друзьями, молодежью, с этой церковью Божией, потому что мы много там о вас рассказывали, друзья. И они так со слезами, а мы им говорим, ну что, Бог даст нам еще возможность, еще мы приедем сюда, поможет Господь. Слава Господу! И мы там встречали много преград на месте, прежде чем мы выехали. Мы имели преграды в пути, и я скажу, что милость Божия была с нами в этом пути, Бог нас хранил. Потому что когда мы так ехали, то мы встретились с тем, чего не ожидали, что дорога была такую, я бы сказал, непростой, потому что там мы когда выехали, у нас, можно сказать, действительно осень, а когда начали ехать в дороге, а сюда приехали уже совсем зима. Вы не знаете, друзья, может быть у вас так есть такая осень, но у нас осень маленько другая. Но все слава Господу. И когда мы там видели гололед, и у нас было такое, там, знаете, случай произошел в дороге, и мы просто, я хочу это для свидетельства рассказать, чтобы это не осталось, знаете, или где-то в забытье, но как благодарение Господу. И мы там ехали с такой, я бы сказал, ну, небольшой достаточно скоростью, и попали на такой участок гололеда, и Бог так, знаете ли, может быть, проверяя наши сердца, или испытывая наши сердца, или желая показать нам, как Он может нас хранить. Мы в такой ситуации оказались, что там братья вдвоем ехали, значит, впереди, они проехали на этих машинах своих, на «Жигулях», а мы сзади наехали на машине, брат Виталий за рулем. Там машина такая тяжелая, Мерседес, и почему-то начала эту машину водить на дороге. Значит, она, ну, как бы потеряла это управление, а там впереди несущийся транспорт, узкая дорога. Значит, я сзади сижу, говорю, только на сердце, знаете, такое вроде мир Божий на устах, сохрани, Господи. А машина начала водить, все равно ее куда-то заведет, понимаете? И так вот, и он и так руля, и так руля. Вот там, пожалуйста, не водитель, я же говорю, Виталий, сохрани нас, Господь. И все-таки нас Бог сохранил от этого встречного транспорта. Потому что транспорт встречный прошел, нас 180 градусов там где-то как-то развернуло, и мы в кувет прилетели. И так Бог милость положил, что, знаете, а потом брат Виталий делился, говорит, знаете, как он мыслил так, что, говорит, мне себя не жалко, переживай, чтобы как бы ни случилось, представьте, лобовая там авария. И так он думает, говорит, чтобы только все остались живы. Бог сохранил от этого удара лобового. Улетели в кувет, и у него такая первая мысль, говорит, да неужели мы не побываем в Томске? Бог милость нам явил, друзья, что хотя мы туда упали в кувет, там так Бог предусмотрел специальное место, чтобы мы именно туда упали, и где-то 2 метра раньше, просто 2 метра раньше упали, бы мы не выехали. И так Бог усмотрел, что, знаете, обычно бывает, я тоже как водитель говорю, что обычно трудно поймать, чтобы транспорт кто-то вытянул или помог, а тут такие машины специальные, которые нам нужно, остановились там 4 ВД, где есть, и так прямо, знаете, без всякого, ну давайте я вам помогу. Такой молодой человек говорит, давайте я вас вытяну. И он так быстро, без всяких усилий там нас вытянул. Я так думаю, ну может как-то надо расплачивать все. Он говорит, езжайте осторожно. Ну так благодарим, сказали ему. И за это можем сказать слава Господу, что Бог нас сохранил в этом участке дороги. И дальше Бог нас вел и хранил нас, слава Господу. И сегодня мы здесь, на этом месте, с этой благодарностью Господу. Слава Иисусу! Я хочу, друзья, прочитать место Писания и вместе с вами иметь молитву к Богу. Это место Писания, послание апостола Иакова, 5 глава, 7 и 8 стих этой главы.
здесь написано. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Слава Господу! Вот такие прекрасные слова пишет апостол Иаков. Долготерпите и вы, потому что пришествие Господне приближается. И можно сказать, что для нас с вами, дорогие друзья, это сейчас избавление, когда мы встретим Господа и будем в этих объятиях Его, я скажу, и получим там и отдых, покой, и радость, слава Господу. Но то, что здесь пишет еще этот человек, этот муж Божий Иаков, он пишет такие слова: земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. И, конечно, кто может быть присутствующий в земледелии, связанный с землей, хорошо может это все знать и понимать, о чем пишет этот человек Иаков. Но я скажу, что в нашей христианской жизни происходит нечто подобное, или сказать параллельно в этой духовной жизни, что вот он пишет здесь как бы физически, проходит дождь ранний, этот льет дождь на этот урожай, потом этот урожай всходит, еще проходит время, когда светит солнце, еще дожди, а потом еще поздний дождь, и эта земля, эти всходы, они приносят плоды, угодные человеку. Слава Господу! Но так происходит в этой духовной жизни и в нашей христианской жизни, когда еще братья проповедовали. И я скажу, друзья, так я рассуждал об этом месте Писания, и Бог просто полагал на сердце, что мы с вами, говоря о дожде, который Бог посылает, зимой псалом есть такой, значит, когда мы говорим благословение, потоки, мы все так прекрасно представляем, что дождь — это как бы Божье благословение, как бы обилие Божьей благодати. И в нашем представлении дождь — это что-то такое приятное, что нам дает Господь. Я не знаю, как вы, может быть, мыслите, может, иначе, но я так себе это представлял. Но когда глубже задумался об этом, то я себе иное это увидел, и как Бог это показал, что есть в этом иное. Если мы вспомним о раннем дожде, который имели христиане этого первого времени, или эти апостолы, эти ученики Иисуса Христа на этой земле, то мы вспомним этот ранний дождь. А это был один император Нерон. Другой император еще другое имя имел, и многие другие гонения имели христиане этого первого времени. А для них это был ранний дождь, который потом, вы знаете, принес благословение для Церкви Божией. И многие церкви образовались по многим местам этой земли. И то был ранний дождь для Церкви Божией. И Бог говорит, и в этом месте Писания как бы, и в Ветхом Завете есть пророческое слово о том, что это будет поздний дождь на эту землю. И я так себе представляю, друзья, что, может быть, что-то так же ожидает народ Божий в это последнее время. Мы ждем обилия благодати, мы ждем помощь Божию, благословения Божия, но я скажу, друзья, может быть, придет этот ветер гонений, может быть, придет эти тучи, и я скажу, за это мы можем, друзья, сказать слава Господу. В этом есть предусмотрение Божие и план Божий, и можем сказать Господу слава за то, что в нашей жизни, друзья, бывает не только светит яркое солнышко в нашей христианской жизни, когда мы радостны, когда время благоприятное, можем благодарить Господа в этой свободе. Но я скажу, бывает в нашей жизни эти тучи, бывают тучи грозные, и приходит ветер гонений, когда мы бываем людям неугодны, друзья, и можем за это тоже сказать слава Господу. И может так, друзья, настать и в нашей христианской жизни, что придет этот поздний дождь, но благословит нас Господь, чтобы нам быть готовыми к этому времени, когда придет этот поздний дождь, эти испытания, эти трудности, чтобы иметь эту веру, друзья, иметь эту силу свыше, поможет Господь нам. И как здесь написано еще, Иаков пишет, земледелец ждет драгоценного плода от земли. Мы рассуждаем так о человеке, говорим, что я сам тоже иногда бываю связан с землей, и так порой смотришь на эту землю, и думаешь, Господи, как бы я хотел, чтобы на этой грядке столько было много плода, и так это сильно хочется. Я так порой, знаете, когда садишь, говоришь, Господи, благослови. А потом приходит осень, и так думаешь, Господи, идешь и думаешь, там, наверное, так много плода. Бывает, когда благословение просил, то бывает так и происходит, друзья.
то я скажу, и так Господь, который есть этот земледелец, ожидает этого драгоценного плода от нас с вами. Поможет нам Господь, друзья. И брат Вадим прежде говорил об этом плоде, который мы можем иметь для Господа. И здесь у нас прекрасное место Писания есть написано, плод ваш есть святость. А другое место Писания говорит, что святость, без которой никто не увидит Господа. Это не я говорю, друзья. Это Слово Божие, что святость, без которой никто не увидит Господа. Поможет нам Господь, друзья, стремиться. Поможет нам Господь иметь это сердце ревностное, чтобы принести Господу много плода. Благословит нас Господь. Потому что как пели здесь уже псалом братья, что настанет дни или время, когда уже они говорят, так перед этим псалме, не будет времени. Это в книге Откровений есть такое место Писания, не будет времени, не будет. Чтобы не оказалось для нас уже слишком поздно, чтобы этот голос Божий для нас не прозвучал поздно, друг. Но чтобы, когда этот голос звучит, что благоприятное время, что день спасения, мы еще постарались, мы еще устремились, еще приложили все старание, чтобы достигнуть, чтобы получить Божие благословение. Поможет нам Господь, друзья, как здесь написано, долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается, а Сын Человеческий, придя на землю, найдет ли веру на земле, найдет ли в нашем сердце это старание, это стремление, этот огонек жизни, благословит нас Господь, друзья. И может еще много есть что сказать, но поможет Господь, чтобы мы дорожили временем. Хочу вместе с вами благодарить Господа за милость и Его любовь, за то, что Он еще нас с вами долготерпит, дает нам время, чтобы мы где-то еще исправились, чтобы мы где-то еще покаялись, изменились, друзья, чтобы мы действительно служили Господу и все-таки принесли Богу много плода. Благословит нас Господь. Мы будем молиться. Слава Богу. Листья пожелтели, и листья.
Он для тебя твою солнце и луну, он для тебя твою луну.
Будет притча, в 4 главе, в 23 стихе написаны такие слова. «Более всего хранимого храни сердце твое, потому что в нем источники жизни». И мы здесь много говорим, что говорится о сердце. Если сердце не хранить, то придет тот, который закидает этот источник камнями. Но я также знаю и верю, что когда мы смотрим на Иисуса Христа, этот источник будет бить, и мы принесем много плода пред Господом. Я хочу спеть псалом. Иисуса, держись. Я ношу свое сердце, как хрупкую вазу. Недорогом споткнешься и в древесни жизнь, чтобы я на пути не споткнулся ни разу. Чей-то голос твердит: Иисуса, держись. То ли вдруг засвистят ледяные метели, то ли грозы расщеплют бездонную высь, то ли просто весной заволнуются ели. Чей-то голос твердит: Иисуса, держись. Простираются вдаль бесконечные версты, хорошо бы куда-то наверх унестись, где живется легко и свободно, и просто. Только голос твердит: Иисуса, держись. А порой надо мною судьба посмеется, и я плачу ночами: о, счастье, вернись. И полынная горечь мне в душу прольется, но одно лишь в ответ: Иисуса, держись. Я ношу свое сердце, как хрупкую вазу. Ненароком окнешься и вдребезги жизнь, чтобы я на пути не споткнулся ни разу. Чей-то голос твердит: Иисуса, держись. Чей-то голос твердит: Иисуса, Когда не настя.
Там каждый из нас сегодня знает, как оно, что. Уже так мы устроены с вами в Адаме и в Еве, как мы слышали от брата, что уже было напомнято. Но дивный, чудный Бог, Он усмотрел человека для славы своей, для обитания на нашей планете, не для зла, не для неправды, но нет, и не для вражды, нечести и прочее, то, что каждый из нас здесь, начиная от юношев, девиц, из седых и белых, мы живые свидетели на земле, где бы вам не приходилось быть, и вы только встретите преисполнение зла, греха и вражды. А причина, что есть один враг, и думаете, он далеко от нас каждого? Он тут мечет. Уж тут он мечет, потому что там, где дух имеет свободу,
и там, где исполнение Духом, Духом Божьим, хвала Богу нашему, слава Иисусу, Сыну Божьему, за помазание каждого Духом Святым, кто крещен Духом Святым, кто рожден от Бога. И поэтому уж это, что-что, но уж этого он никак не может не видеть, не говоря терпеть, потому что он бессилен. Он проиграл битву и войну, и думал, что он восторжествовал на Голгофе, на кресте среди двух разбойников, когда он был распят. Он думал, все. Но благодарение Богу за эту тайну спасения, которую он не знал, и он показался как отец лжи и как обманщик, и он сам себя обманул. Слава Богу нашему! Благословен Бог, братья и сестры, что наш милосердный Бог, он усмотрел такую жертву, чтобы Сын Божий, ибо только Он один мог это совершить. Адам нет. Он оказался все же неспособным. А также все до нашего рода мы никогда не были бы с вами способными быть на этом месте, и нечто, какой-то плод, как мы слышали, мир и святость, без которого никто не увидит Господа славы. Но это плод нечто иное совсем. Но хочется немного обратить внимание наше на земной плод, в котором мы с вами нуждаемся минимум 3 раза в день или 2 раза, это уж обязательно, то это вот что мы видим здесь. Вот. Ну, правда, есть люди, живущие на земле, это если взять на юге, они кое-что вкушают еще иной плод. Я иногда жене говорю, или друзьями, когда идем, что не знаешь, как он называется, и как его кушать, или варить, или сырым кушать. Но, однако, Бог обогатил вселенную. И каков бы ни был человек, все же недобрая тварь, когда, имея в виду, без Господа, но не знаю, как вы, но мне иногда, еще и вспоминая несколько лет назад, то мне одно время стыдно было голову поднять пред Богом, потому что не больше Дух Святой будет нас с вами освящать и научать по Святому Евангелию, то мы все ниже голову свою пред лицом Его и пред Его Святой народ. Потому что у него нет лицеприятия, им сда имства, но уже он судья справедливый и праведный. И поэтому, дорогие, поскольку наш добрый свят Бог, и веду сына его, он много приводил примеры только из земного. Кто читал Евангелие, если кто тут, может быть, гость или еще вдали от Господа нашего Иисуса Христа и от самого Бога Отца, то, конечно, что в то время многие не понимали Господа и говорили, почему говоришь им притчами. Вот. То да поможет Господь, дорогие. И если кто есть здесь, то это не случайно. Потому что ничего не делается без милости и воли Божьей, то есть нашего Отца. Поэтому мы верим Ему, что если кто здесь и кому-то что-то еще непонятно из Слова Божьего, из тех суждений, которые отсюда мы сегодня слышим, то Дух Святой поможет каждому, уяснит. Потому что я лично не лучше никого из вас здесь. Вот. Но, однако, милосердный Бог, Он верен Слову Своему. И если Он сказал через рабов Своих, что Он Бог вдов и сирот, то Он этим душам, Он в первую очередь.
ну а потом уже остальным, кого родителей, то он говорил притчами. И все мы видим, что есть время сеять, сажать, есть время поливать, как мы слышали, дождь ранее при посадке и дождь поздний перед жатвой. Но, однако, он подается Богом по милости Его из-за молитвы народа Божьего. Не достает времени относительно немного осветить, когда были засухи и когда все молились. Вот. И эти магометаны, но и мы, как духовные, пост и молитвы, и Бог дал милость, что все же картошка, капуста уродилась, это, то да поможет Господь, чтобы мы были внимательны относительно плода. Жатва тоже в свое время. Вот. Что Господь обращал внимание на жатву учеников своих, но Он говорил, что вы вошли в труд готовый, в котором вы не трудились. Но, однако, нам, Голубица Христова, это возрожденная Церковь Христова, которая свыше, не снизу, нет, а свыше рождена, и не по хотению мужа, нет, а от Бога эти чада. И поэтому тоже нужно время, как для насаждения, но пришли слова на память, что апостол Павел писал, что я насадил, Аполлос поливал. Но это все ничто. Можно сажать, можно поливать, но если Бог не возрастит это все, тщетен труд. Вот. Хотя мы знаем, солнце, вот, земля и вода. И семя посей, то будет урожай. Но хочу обратить внимание, не будет, если Бог не благословит. Вот. Поэтому немного перейду относительно нашего плода с вами пред лицом Бога нашего. Какой плод же ждет Бог от нас с вами? Конечно, не зловоние. Конечно, никакой неправды. Потому что у него нет святой неправды, как приходилось слышать. А у него только есть неправда, и правда, и справедливость, и святость, и все ближе, ближе к нему. Поэтому мы читаем Евангелие от Иоанна, 15 глава, с первого стишка. Я есть истинная виноградная лоза, отец мой виноградарь. Всякое у меня ведь не приносящее плода, он отсекает, и всякое приносящее плод очищает, чтобы более принесла плода. Притча. Но мы видим с этой притчи, что Бог праведный, святый, чистый, неизменный в любви своей, к грешнику, конечно, но кающемуся, то он, однако же, дал ветвь виноградную. А мы, каждый из нас, лоза. И кто пребывает на ветвь, а кто пребывает на этой лозе Иисуса Христа, то есть в нем каждая веточка, то если так образно взять во всем мире, сколько рождены дети Божьи, члены церкви, и которые стараются жить по духу, дабы не исполнять вожделение плоти, то это все, конечно, нужно не в одном служении и не месяц, а это период всей жизни христианина, достигая совершенства. То стишок есть хороший, что и в старости эти члены, они бывают сочные и плодовитые. Потому что они познали безначального,
они родились от него, они выросли в нем духом, и они старались пребывать в нем, как мы читаем 7 стих этой же главы. «Если пребудете во мне и слова мои в вас», то это тайна, это, конечно, пребывание в Сыне Божьем и Слово Божье, то есть Святое Евангелие, которое закон Духа, закон мира, закон любви, закон свободы, который освобождает любого грешника, какой бы он ни был. Но он очищает, освящает его до совершенства, так как он чист. Первое послание Иоанна в 3 главе. Очищая себя и достигая полноту. Потому что иначе Господа не увидеть. Потому что мы, верующие в Нем, мы достигаем этого при содействии Святого Духа, который дан нам с вами свыше для этого великого труда жизни нашей, для приношения плода святости, как стишок мы читаем, что плод должен быть святость. Но я желаю вам всем, но не так, как мне. Для того, чтобы все же раньше как-то научиться пребывать в нем, а это есть след Евангелия Иоанна в 3 главе, что «Ибо любящий свет идет к свету, потому что дела его соделаны в нем, в Боге Святом. Да благословит нас, дорогие, наш добрый свят Бог, чтобы нам укрепиться и научиться в благодати Иисуса Христа так, чтобы мы были бы способны в этой борьбе, в этой жизни, в которой мы с вами находимся странниками и пришельцами. А у странника нету ничего. Он чужой там. То и нам с вами ожидать что-то здесь, в жизни нашей на земле, тогда, когда мы Богу свои, но в этом мире нет. Поэтому, конечно, многие не могут понять. И говорят, что вы какие-то странные люди. Но, однако, да поможет нам каждому с вами милосердный Бог, чтобы мы для Него не были странные, непонятные люди, но чтобы мы были Ему свои, чтобы в день онный, когда будет каждый человек пожатый, а после смерти там нужны плоды. Жизнь, праведность, святость, чистота во Христе Иисусе и мир Божий. И этот плод, это вечный плод, дорогие, это не временный плод, это не вражда, ссора или еще как-то, но это достигание и научение закона любви и мира дорогого Евангелия. Братья дополнят еще. И, конечно, и еще Бог даст многое. Еще времени, как было напомнено братом, что времени уже не будет. Но блажен, кто сейчас спешит, кто сейчас умоляется, смиряется и старается не искать своего, то есть пребывая в Господе и Его Святое Слово Евангелие в Нем. Вот. Тот устоит и претерпит все, что надобно будет претерпеть. Так. Поможет нам всем, дорогие наши, любящие Бог. А Ему, только Ему, единому, премудрому, благословенному во веки Богу, слава через возлюбленного Сына Его, Иисуса Христа. И будем стараться так в жизни нашей, с плодами нашими, чтобы и мы с вами были тоже с Господом, Отцу Небесному, возлюбленные чада Его. Пашешь, пашешь с надеждою,
Я знаю, Господь,
острой косой. А иначе зачем ты поил меня дивными розами? Для чего показал мне любовь и свою теплоту? Для чего ты напомнил меня чудо-песнями, Господи? Неужели для того, чтобы бросить под ноги скоту? Для чего ты напомнил меня чудо-песнями, Господи? Неужели для того, чтобы бросить под ноги скоту? На лугу отмахались острыми косами. Завершён синокос, но я невредимый стою. И как в прежние дни упиваясь небесными росами, прославляю тебя за любовь и за милость твою. И как в прежние дни, убиваясь небесными росами, прославляю тебя за любовь и за милость твою. Я потерял. Следуйте мне.
Место, как на то, понимаете, где вымолачивается зерно, чтобы оно отошло в добрую житницу. Слава Богу, что мы не где-то, а Бог собирает нас, и знаете, вот как дождем орошает нашу душу. И под влиянием пения, под влиянием чтения Слова Божия, как-то наша душа оживает, орошается, и разум наш начинает двигаться и соображать, что мы не просто люди, пришедшие что-то узнать новое или что-то непонятное, а мы пришли прославить Бога за то, что Он не только дарует на земле вот эти плоды, которые мы собираем, когда-то мы их посадили, посеяли, а теперь радуемся, что отобрали ту же картошку, накопали, да, крупную, говорю, хорошо, сюда, поменьше на семена, ну, а уже мелкую, говорим, если курочки есть, и животные как вот съедят, да? И знаете, осень – это хорошее время. Осень, правда, холодновато кажется нашему телу, но осень – хорошее время. Она обеспечивает нас на зиму, а наша зима, знаете, 3 месяца у нас тут лето, остальное осень, все вот так морошит и морошит и морошит. Но а душа наша насыщается благами Божьими. И знаете, что сказал Иоанн Креститель? Я это место читаю, один стих, 17-й. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем Касима. О, пророк, ты пришел возвестим, что будет, что придет Сын Божий, и лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и что на гумно свезут все снопы, и там начнется молодьба. И знаете, кто, так скажем, сеялся слезами, то пожинать будут с радостью и будут вести снопы свои. Куда? Вот сюда. И знаете, и начнется молодьба. Вот братья говорили, как они, слава Богу, что Бог их направил сюда, в том, что они часть своего благословения, которое они должны были там оставить, они привезли нам. Слава Богу! Правда, дорога была трудная и хорошо их качнула, как они говорят, оказались в кувете. Знаете, ветры придут на землю. Вот для того, чтобы созреть это посаженное, начался стебелек или там клубень какой-то, да? И оно проходило весь той летний, да? Так и мы проходим на земле весь той радости, скорби. И, может, даже неприятно то, что мы бы никогда не желали. Но мы переживаем на этой земле, потому что ветры дуют благоприятные, и ветры дуют южные и северные. Для того, чтобы вот плод произвел, как сказать, опыление, да? Чтобы началось цветение. А когда цветение пройдет, опадает свет, да? Начинается зависть плода. Так вот, мы проходим всю долину на этой земле от утробы матери до 70-80 лет на возревание и зреем вот здесь. Вы знаете, под любыми обстоятельствами, вот так скажем, сферного давления на нас.
И вот когда брат говорил, что, ну да, показались милосердные люди, да, выдернули их и даже и платы не потребовали. Точно так же и Господь наш. Где-то попали мы в беду, Он выручает нас. Давид говорит, Он взял меня из рва и болота вот этого и вывел меня на пространное место. Слава Богу, что Он вывел нас на такое пространное место, когда сам Христос пришел и говорит, если пшеничное семя, которое сеется, не умрет, останется одно, никакого плода. Но если оно умрет, то что он даст плод? Вот начнется стебель, на стебеле там будет голос 60, 30 и 100 крат. И вот так и мы. А раз этот стебель имеет, голос имеет там свое такое устройство, метина это за зернышко охраняется от всех ненастей и созревает там. Но Иоанн говорит, что он свезет на гумно все это, и начнется молодьба. Я еще помню, как цепями молотили, на палка длинная, а там покороче, а тут кожанка, и вот ими колотят. Знаете, выбивают это зернышко. А потом что? Веют, лопают его. И вот ветер изгребают. И придет это веяние, может, и на наше, в наше время. Может, скорби, бежры, бури, ненастья, озлобление людей. И мы будем, так скажем, на лопате, а потом отсев, отвеивание. И что вы? Соблюдаем тишину. Мы спешим встречать с улыбкой на глазах, провожаем и на сердце так печаль. Теперь настал рассказ за нам черед. Помогайте ослабевшим на пути. Оскорбленные сердца вы утешайте. В добром деле ради веры и любви проявляйте и стремление, и желание. Мы расстались.
Благодарим, и тоже все вместе. Мы так не репетировали, не знаю, может, не получится так, да? Но я скажу, друзья, слава Господу за это общение, которое Бог нам дал здесь вместе. И мы просто имеем такое совместное желание пригласить вас и к нам, тут наш край, Красноярский край, город Ивногорск, Звонкая 21, молитвенный дом. Пожалуйста, вот будут праздники Рождества или Новый год, там праздники, 25 и 7 числа. Какой вы выбираете, к нам приезжайте, сообщайте, мы вас будем встречать, будем тоже иметь общение, а потом в следующий раз мы к вам приедем. По-моему, надо решить эту проблему, или Ивногорск туда переезжать совсем, или тут. Так интереснее все-таки расстояние, ну когда... Да, 25-го приезжаете вы, 7-го едут они, да? Можно еще подробности обговорить, но примерно так это будет звучать, да. Они едут в старом году, другие едут в новом году. Как раз в разных годах. Можно приезжать, знаете, задерживаться, там каникулы какие-то будут, можете на каникулы приехать, в смысле, несколько дней у вас задержаться, слова, три дня, чтобы иметь общение просто. А вы когда можете приехать 25-го? А 7-го? 7-го поехать туда? Я не знаю. Будем размышлять, поможет нам Господь. А вы говорите, что 7-го до 25-го, да? И Новый год идем вместе. У нас зал большой, больше маленького вашего. Да, хорошо, друзья, мы вас сердечно благодарим, благословим вас Бог, вам спасибо, Богу слава, за весь приют, который мы имели здесь, и мы ночь провели очень так чудесно, слава Богу, здесь вы нас встретили, покормили, значит, имели общение в этом собрании народа Божия, слава Господу, сердечно вас благодарим, и просим вас пустить с миром, нас благословить дорогу. Ну еще один псалом, последний, прогресс, пожалуйста. Про что? На далеком холме среди деревьев и скал сквозь седые века старец проспал. Миллионы людей у подножья скалы свое счастье нашли. Там однажды был я. Небеса. Между небом святым и греховной землей пропасть злая лежит, разделяя собой. Хочешь верь, хочешь нет, слушай слово Творца. Единственный мост от земли в небеса. Старый крест не броский, но лишь в нем
Пойдем, ты что, не ел?